Добрый день! Сегодня расскажу про внешне интересную, а внутренне не очень самоделку. Называется куб крест. Такая вот здоровая головоломка. Здесь вот если приложить кубик 3×3, размер совпадает, но кажется, что здесь есть дополнительные грани с каждой стороны. И присутствуют очертания креста. Сразу скажу, что эта самоделка не имеет ничего общего, кроме внешнего сходства с кубиками компании Calvins. В чем разница? Здесь грань вращается, что одна, что другая и так далее. А здесь отдельно вот эта внешняя грань не вращается, потому что вот эти элементы просто приклеены к каждой грани кубика. По факту это получается обыкновенный кубик 3×3, которым можно удивлять несведущих людей. Набор цветов здесь более-менее стандартный, но единственное, белый, красный, синий, порядок не тот, какой нужен. Должен быть белый, красный, зеленый, оранжевый, синий, а потом желтый. Видимо, тот, кто обклеивал, не учел такой момент. Но это вообще очень старая головоломка. Она мне еще досталась вместе с кучей кубиков от Ивана Цикова. Вряд ли он делал ее сам, но, видимо, в таком виде приобрел. И сделано это по ощущениям из старых кубиков то ли Дианшен, то ли Хешу. Были такие когда-то, на палатки похожие. Перемешаем и соберем. Выглядит все-таки это красиво. Собирается точно так же, как 3×3. А если вы хотите научиться собирать такую головоломку, просто посмотрите, как собрать кубик Рубика 3×3. Все будет одинаково. Значит, для начала соберем, давайте, белый крест. Ориентироваться чуть сложнее, но будем пробовать. То есть вот этот элемент, это не элемент креста, это элемент внешней грани, а вот этот нам нужен. Но если присмотреться, они дублируются. То есть бело-синий, дальше напротив зеленый, и вот они стоят вместе, поскольку элементики внешней грани, они хоть и перемешиваются, но они перемещаются вместе со своим нижним собратом. Так, продолжаем. Зеленый, здесь это оранжевый, порядок неверный должен быть, и еще у нас должен быть красный. Вот мы получаем крест, проверяем цвета. Вроде все на месте. Далее собираем первые два слоя. Видим здесь красно-зеленую пару. Пара выглядит вот из 5 элементов даже. Ставим. Далее это бело-сине-красное. Вот синяя-оранжевая нашлась. Давайте с нее начнем. Так, и вот сине-красные элементы тоже поднялись. Ну и осталась зелено-оранжевая пара. Кубик, конечно, на скорость собирать не особо удобно, но при желании можно попробовать. Дальше видим, давайте я сделаю в два этапа, хотя здесь буква И, может было легко решить. Соберем крест. Теперь желтый крест, видим рыбку. И что? Опять давайте в два этапа. Было очевиднее. Кстати, разные цвета, оранжевый и красный. На камере, возможно, они похожи. Так. Вот два совпадающих. Сделаем перестановку ребер, чтобы посмотреть, как выглядит каждый этап. Так, и вот, собрано все, кроме углов. Что-то внутри пересыпается. Дополнительные запасные детали. Ну и что, собираем до конца. Неплохо вращается для самоделки, собирать можно, но интерес чисто визуальный. Если один раз понять, как здесь все устроено, а именно элемент просто приклеен к нижнему, то собирается
все так же как 3 на 3, вот те же 6 пиф-пафов. Обычная трешка, но внешне более эпичная. А про серию от Kelvin's Puzzles я расскажу как-нибудь в другой раз. А их там несколько модификаций, у меня пока только две, постепенно буду выкупать. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.